ректор університету Олексій Олексійович Нестуля. Доброго дня, шановні друзі. Мабуть, які б слова привітання зараз не сказав, вони, мабуть, не зможуть передати і якоїсь долі того пошанування, яке кожен з нас переживає, відчуває до своїх матерів, бабусів, дочок, сестер, на хто має свій внучок, той, мабуть, взагалі не зможе виявити свою красномовність. Оскільки у нас сьогодні такий вечір, можна я як в качестві розігріва зали попробую імітувати пісню. Слова мені показувати, підспівуйте, тому що репетиції не було, це поки йшов до короткого виходу на сцену. Але я спробую разом з вами. Какую песню спеть тебе, родная, спи ночь в июле только 6 часов. Тебе, когда ты тихо засыпаешь, я словно колыбель качать готов. Я словно колыбель качать готов. Спи, ночь в июле, только 6 часов. Пусть, милая, тебе спокойно спится, а я пойду долину обойду. Скажу, что вовремя запели птицы, задую звезды и зарю зажгу. Задую звезды и зарю зажгу. Спи, ночь в июле, только 6 часов. Спокойной ночи, говорю я снова, и верую, что не настанет дня, когда тебе два этих тихих слова промолвит кто-нибудь позднее меня. Промолвит кто-нибудь позднее меня. Спи, ночь в июле, только 6 часов. Нехай все життя вам співають пісню. Как же божествен и нерукотворен твой лучезарный лик в златом мерцании огня свечи. Ее мерцание величественно озаряет и изысканно подчеркивает внутреннюю красоту, утонченность, нежность, благородство души и милость твоего горячего сердца. Ее мерцание — это как беззвучное биение влюбленного сердца, на которое неустанно хочется смотреть и любоваться. Да, это как нежное прикосновение губ, теплота души, озарение сердец. Это душевное спокойствие и уют. Это как маленький ангелочек, указывающий путь к любимому. А что такое любовь? Любовь — это как свеча, которая загорается и так же быстро сгорает. А я желаю тебе любви другой, любви вечной и такой же яркой, как эти звезды, которые светят впереди. Спасибо. Но от них не исходит тепло и тот душевный уют, который...
которые дарят свечи. Нет, ты увидишь совсем другие звезды. Ты увидишь совсем другой мир. Мир, в котором звезды дарят нам частицу своей души, наполняют теплом наши сердца, озаряют наши души своей добротой и лаской и осеняют нас своей любовью. Твоя свеча уже погасла, а звезды, они никогда не гаснут. Я хочу тебе подарить звезду. А у тебя? Девочечка, да, у меня тоже есть звезда. И у нас с тобой две звезды. Женщин с наступающим праздником, с вашим женским днем и очаровывать вас светом наших звезд. А помогут нам сделать шоу незабываемым и непревзойденным наши спонсоры. Партнер Полтавского университета экономики и торговли, торгово-развлекательный центр «Киев», заместитель генерального директора Нина Скубачевская, отделом маркетинга и рекламы, заслуженный работник культуры Украины Надежда Коновалова. Сердце Киев, самый популярный торгово-развлекательный центр города Полтавы. Магазин «Фокстрот», директор магазина Татьяна Слободская. «Фокстрот», лидер по продажам бытовой техники в Украине. Компания «Зеленый слон 7» – регулярные пассажирские перевозки на Киев. Основатель и владелец компании Виктор Винченко. Директор, выпускница нашего университета 2011 года, факультета экономики и менеджмента Виктория Скляр. «Зеленый слон 7» – самая престижная, надежная и комфортная компания в Украине, которые постоянно заботятся о повышении безопасности своих клиентов. Экс-графика М. Изготовление наружной рекламы. Основатель и владелец фирмы Ита Мали. Экс-графика М. Изготовление печати, штампов и полиграфической продукции. Ресторанно-гостиничный комплекс «Глухомань». Директор комплекса Сергей Зимницкий. Ресторанно-гостиничный комплекс «Глухомань» – это обслуживание банкетов и фуршетов, оздоровительные русские бани с травяными купелями, закрытые скамичанами, отель на 18 номеров, выездные свадебные церемонии, веревочный парк для детей и взрослых, конные прогулки, прогулки на велосипедах, пейнтбол, лазертаг. Салон красоты и парфюр. Правильные координаты вашего стиля. Сегодня прически участников шоу только от Кауфюр. Пусть мужчины будут не в обиде. Мы прекрасны. Это не отнять. Слепы те, кто этого не видит. Глупы, кто не хочет замечать. Yeah.
мужчины ногами, и в каждом мужчине я вызываю цунами. Фото у моды, снова кальянами, делаю селфи, я для инстаграма. А я к тебе подойду и спрошу осторожно, как настроение? История покружилась и
ты ушла, как тень из дня. Ты остался с целым миром в прежней ссоре, что когда-то перекрикивал меня. Расстанься с ней, весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна и не стоит в раю, но я ее люблю. Мы желаем вам любви, счастья, здоровья, всего самого доброго. И пусть мужчины любят вас всегда, везде, в любом случае, и даже если весь мир не будет кричать. Расстанься с ней, весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна и не стоит. Thank you.
бьет, Амазония море. Пройти, мой друг,
Thank you.
до моря в долонях самотню і сумно несу я. Щоденно, щоночі я очі на березі моря малюю. Малюю я очі, що схожі на давню, на зоряну осінь. А море ці сині очі в безодню відносить, і не вертає море, ти поверни мені його очей вони. Does anybody want to take it anymore? Show must go on.
бігла партизана, коли рвала виноград, ти дивився в очі палку, наче серцем промовляв, так блідні ранки ми з тобою зустрічав. Клендрений кучеряво пристається, а до мене зачарована сміється, хлопець бравий та чорнобровий, хлопець молодий. Клендрений кучеряво пристається, а до хлопець бравий та чорнобровий, хлопець молодий. Чирик на плечі, ми стояли тім саду, я з тобою чорноброва, вже нікуди не піду. Ми з тобою партизани, батьківщина нас одна, різними шляхами нас покликала вона. Клендрений кучеряво листя, а до мене зачаровано сміється, хлопець бравий та чорнобровий, хлопець молодий. Все спад одиночества.